Привет всем. Сейчас такая вот проблемка в моем аквариуме. Пошли водоросли в большом количестве. Может, перелил удобрение, или может, не долил, не знаю. Скорее всего, перелил. Может, я сейчас покажу, тут увидите, болото у меня целое. Хочу решить эту проблему просто с подменами водички. Буду пробовать, буду все показывать, что с этого выйдет. Все, будем начинать. Так это выглядит сблизи. Вот такой налет на стеклах. Походу у меня такой букет. Вот видно. Тина целая. Здесь у меня на течении как волос прям. Флейта. В таком состоянии растения. Пленка бактериальная. Ну, все, что хочешь. Так растения выглядят. Что-то начало. Вот и Монте-Карло. Где-то остался кусочек, полезло. Ну, будем начинать чистить. Ребят, сделал подмену воды. Правда, много осталось вот такого пушка. Это, скорее всего, борода или вьетнамка. Ну, короче, от того, что грязный аквариум был. Вон фильтр труб, гляньте. Заросла как. Повырезал максимум растений, которые были зараженные. Сделал подменку. Теперь буду наблюдать. И все рассказывать вам. Так он сейчас выглядит со стороны. Все, ребят, всем пока. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки.